Нет, правда, фартовая ручка, я с ней подписывал, когда все равно там было хорошо, потому что мы ребята, это подарил Перес, когда мы играли на Сантьяго Бернабео, я подарил их 3-0, но, правда, подарил мне до, то есть у нас там был протокол. Мы рады, что эта длинная эпопея завершилась благополучно. Игорь с нами до 28-го года продлил контракт. Нам очень важно, чтобы футболисты такого уровня оставались в команде. Очень рад, что я продлил контракт с ЦСКА. Были, да, такие тяжелые переговоры, даже долгие. И, может быть, как-то это и сказывалось там, на моей игре, потому что эмоционально все равно было тяжеловато. Ты готовишься к игре, а у тебя все равно подсознание есть то, что мне и продлил еще контракт с ЦСКА. Сейчас очень рад. Рад, что наконец-таки точка поставлена. Надеюсь, что сейчас он абсолютно раскрепостился и проведет хороший матч, который в воскресенье нам предстоит. И в дальнейшем будет приносить пользу клубу, и вместе будем добиваться успехов. Всех жду 11 числа. У нас будет сейчас важный матч в этом сезоне вообще, это с Краснодаром. Жду болельщиков на игре, чтобы они создали нашу ту атмосферу цисковскую и гнали нас вперед, а мы должны и обязаны выигрывать кубок.